Путешествие в мир волшебства начинается здесь, на празднике «Елка моего города». Новогоднее настроение окутывает жителей мгновенно, как только они видят нарядную зеленую красавицу. В атмосферу сказки мудищенцы попадают с первых секунд. Устоять на месте и не отправиться в пляс просто невозможно. На праздничном мероприятии каждый мог стать не только зрителем, но и его участником. Здесь и общение со сказочными персонажами, и веселые забавы, и традиционные для Нового года хороводы. Конечно, Новый год для всех – это не только повод собраться вместе, весело провести время, поучаствовать во флешмобах, но и загадать желание. Тысячи огней в этот вечер как будто бы освещали путь заветным мечтам. И у каждого из зрителей она своя. Чтобы у меня ребенок пошел в детский сад. Нормально без меня. Мне быстрее закончить ремонт до Нового года. Самое главное, чтобы дети были счастливы и родители будут счастливы. Только здоровья, мирного неба, чтобы все были счастливы, все улыбались. В новогоднюю ночь каждый будет загадывать свое заветное желание. А о чем же мечтают те, кто их обычно исполняет, мы узнаем у Деда Мороза и Снегурочки. Здравствуйте! 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 Ну расскажите, о чем вы мечтаете? Мы обычно вас что-то просим, а вот вам самим бы чего бы хотелось? Снегурочка, ты о чем мечтаешь? Я мечтаю, чтобы люди всегда из года в год верили в сказку, это никогда не заканчивалось. А я мечтаю о том, чтобы все были здоровы, веселы, чтобы не было ничего, никаких бед, чтобы все у всех было хорошо. Волшебники признаются, главный секрет новогоднего желания – это искренне верить в него. Тогда никакие невзгоды и повороты судьбы не смогут помешать тому, чтобы оно исполнилось. Алина Савыш, Александр Соломкин, Первый Мытищинский.